Дорогие друзья, всем привет. Вы знаете, на самом деле в нашем зале есть много выдающихся личностей, и интересный факт в том, что многим из них даже еще не стукнуло 18 лет. И сегодня один из таких спортсменов решил бросить вызов не кому-нибудь, а самому нашему Артему Кириеву. Посмотрим, что из этого получится. Макс, давай ты первый. Расскажи, сколько тебе лет? 16. Что, ты давно в зал ходишь? Ну, год где-то. А где учишься? В школе. Что, ты решил под Артема выиграть? Что? Ну да, взрюсить его в жизни на количество. Ну, в общем, мы придумали плюс-минус равную зарубку для того, чтобы эти два парня сегодня соревновались. Сколько ты весишь? 68. А ты сколько весишь? 109. 109. Короче, будем жать на разы собственный вес. Сколько договорились поставить на штангу? 70 и 110. Да, 110. Что ты думаешь, тебя выиграть сегодня или нет? Ну, блин, Максик ставав абсолютным чемпионом Украины, а я не буду абсолютным чемпионом Украины, боже мой. Ну что, ты думаешь, что ты проиграешь? Да ну да, наверное, не знаю, я постараюсь выиграть. А ты что думаешь? А я думаю, я выиграю, да. Красава. Как родилась идея за выиграть? Ну, я не знаю, просто он всегда меня обходил во всем. Я решил что-то придумать. Ну давайте, желаю вам будем удачи, посмотрим, что получится. Да, спасибо. Дякую. Что, ты готов? Это же все, контроль режим? Да. Давай, берем. Асон, иди считай, что ты. Давай. Это в мозг не удар. Rampage. Unstoppable. Wicked sick. Dominating. Godlike. Встань сзади. Встань сзади. 27, да? Да. Слушай, я вас поздравляю. Да? Все забилось. Все очень погано, что все забивается. Игорёк Байтен, ты бы все посвоил. Максончик, что ты делаешь? Давай по 25, повесим и все. Так мне ещё размяться надо. Ага, ты ещё размяться. Локти управляем полностью, Максим. Окей. Раз, два, три, четыре. Rampage. Unstoppable. Wicked sick. Dominating. Godlike. Ні, що ну насправді це дуже сильний результат для Максима, тому я думаю, що ну я в 16 років, напевно, тільки б не бажав. Тому я думаю, що якщо співвіднести кондиції мої в той вік, то я був би слабішим. Тому він молодець. Ну, молодець, да. Я тут не знаю, ти обстояв свою честь сьогодні. Ну, я верю. Я думаю, що ти затащиш. Що случилось? Не знаю, може пригрузився, може ще щось. Он Артем молодець, он, в принципі, дуже сильний атлет, і ну, соревноваться з ним буде дуже тяжело. Це вторка просто, і все. Ну, красавчик. Вот, пример вам, друзі, чесний царук. Все зарубили сьогодні, всі довольні. Скажіть пока. До побачення, панство. Максик, скажи пока. Всем пока. Давайте, спасибо, что были с нами. Меня зовут Дмитрий Головинский. Удачи. Подписывайтесь на канал и ставьте колокольчик.